Развитие судостроительного завода, переданного в управление Объединенной судостроительной корпорации, обсудили губернатор Приморского края Олег Кожемяка и глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин во время посещения предприятия во Владивостоке. Получается, эта цех обеспечит полностью весь листозаготовительное производство. А здесь плюс-минус хороший, нормальный у нас современный уже стоят листозаготовительное производство. В данный момент АО «Восточная верфь» обеспечена заказами на строительство гражданских судов, в том числе краболовов, по программе инвестиционных квот на 4 года, что позволяет предприятию быть на плаву в условиях экономических санкций. Андрей Костин рассказал, какая сейчас перед ними стоит задача. Задача как бы одна, наверное, это вывести нашу судостроительную отрасль в число передовых, сделать современное производство, модернизировать отрасль. И, конечно, регион Дальнего Востока – это один из у нас регионов, где кораблестроение, судостроение давно было развито. И задача сейчас дальше развиваться, превратить его действительно в современное передовое производство. Олег Кожемяка отметил, что с приходом ВТБ на верфи существенно активизировались работы, ведется строительство краболовов. Мы сейчас обсуждали необходимости там какой-то модернизации, которую банк готов провести по восточной верфи, потому что для нас очень важно строительство паромов, вот, то есть катамаранов для обеспечения и судоходства пассажиров, грузов по нашим островным территориям. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ВТБ 100% акций Объединенной судостроительной корпорации. По словам главы государства, это работающая и набирающая темп структура. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.